Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием Jacket Alliance. Я тут, сам решил, что этот сектор, несчастный 39-й, мы с вами будем добивать. Вот, ну и как всегда я буду записывать столько, сколько получится до освобождения. Ну а там, если больше часа будет, больше полутора часов точнее, я тогда буду делить. Все, идем на север. Так. Подожди, вот ты у нас тут говорил. Подожди, не-не-не. Экипировка. Надевай каску. Отнимай у Ивана нож. Все. Так, значит, бабах. Иди вот сюда. Не знаю. Пока что. Пока что. Ну, таких вот этих самых комментариев по поводу дальнейших действий у меня, под предыдущим видосом не было, поэтому я решил вот так вот. Решение осталось за мной. Вот. Поэтому продолжаем как есть. Вот. Я думаю, что так будет правильно. Вот, будет у меня, конечно, 100-500 серий. Вот из-за этого у меня будет 100-500 серий. Я переживаю все-таки за то, что это смотреть не будут, да? Так. Блин, я два раза на портрет кликаю в надежде, что это мне даст возможность сразу в инвентарь зайти. Даже вот так вот. Переключусь. Так, отлично. Так, ход делаем. Хорошо. Давай сюда. Остальные пускай вот так вот становятся. Не, ну а чё? Я тут... Почему у меня тут все одно и то же получается? А это все потому, что у меня, не выходит. Ну вот опять, что такое? И вот у меня вот так вот. Сколько времени? Слушайте, может быть, тут этот рандом зависит от того, что Винни открывает. Вот он у меня открыл дверь два раза подряд. Если, допустим, откроет Иван дверь здесь. Прокнет ли этот самый у меня рандом или не прокнет? Так, еще раз ждем. Так, у Ивана 19 ходов.
Вот, надо было его нам открывать. Так, и ты иди сюда. Ты иди сюда. Элио, ты же с... ты уже с ножом, отлично. Заходишь сюда. А ты идешь сюда. Так, все. Пацаны в здание. Тихо. И, ладно. Так, кто это? Кто? Это Иван. Открывай. Хорошо, хорошо. На тебе. И отходи, чел. Хорошо, хорошо. И сейчас Винни такой тоже сюда встанет. И такой: фигак. И потом опять: фигак. Есть. И ничего из него не выпало. Хорошо. Замечательно. Просто супер. Так, теперь ты открывай. И все, видали, все ходы у меня... были потрачены с умом. Так, ну хорошо, здесь у нас никого. Так, окей. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Берешь. Отлично. Так, теперь тебе вот так вот. Все, и ты ждешь, когда ребята у нас... освободят комнату, потому что сейчас будет очень долгая... долгое и опасное для окружающих действие. Вот так вот стой, чтобы на всякий случай, чтобы этих самых видеть противников. Так, Вениамин, иди сюда. Так, все вышли, а Иван, ну, Иван теперь... Хорошо. О, прям сразу, супер. Расклинило. Так, ну что, погнали, получается. Хорошо. Так, Иван с кем пойдет? Свинья? Свинья, ха-ха-ха. Опа, опа, смотри. Садись. Садись, говорю. Я думаю, что Иван со свинья справится с тем челиком. Он там прям... так открыт, прям капец, прямо, вот только я не знаю, дострелят ли у меня до него, дострелит ли до него, допустим, вот почему вот он достреливает до меня, а я не достреливаю. Это справедливо? Так, Иван, давай сюда. Надеюсь, что в тебя не попадут.
Вот, бежит. Отлично. Супер. Так, 9-10. Да ты чё? Ты прикалываешься, Иван? Блин, да что ж такое? Хотя, с другой стороны, пока пускай. Пока, ну, нормально. Вот. Вот это тогда Винни. Так, и тогда давай-ка ты иди в дом. А, еще один обнаружен. Хорошо, хорошо. Да ладно, он даже такой раненый попал. Хорош чел. Эх, сюда давай. Ой, промазал, хорошо. Так вот давай на девяточку. Ох, ля, хорошо. Так, Иван, продолжай идти в дом. Тебя сейчас перевяжем. Так, Винни, бабло у него было. А, бабло и фляжка, хорошо. Так, вообще за это время вот эти вот ребята, они у меня могли бы обогнуть дом, наверное. Но, если честно, я вот, да, сосредоточился вот на вот этих вот противников. Да, в некоторых местах я до сих пор себя ощущаю не настолько уверенно, чтобы там, ну, во время какого-то серьезного замеса распыляться на всех остальных. Так, мне прям нужно, чтобы Иван прям в дом вошел. Чтобы фон это самое. 6 косарей, кстати. А это что? О, давай, иди подходи. А. Ладно. Ой-ой-ой. Эй, Проволоны, подойди-ка чутка ближе. У дяди Винни есть для тебя подарочек. Проволоны, это типа... Надо посмотреть, это что, типа... Приятель, друган? Да, слушай, чел. Я в тебя никак не попадаю. В натуре, подойди реально ближе. Так, вот эту... 5 карманов я чуть-чуть попозже заберу. Так, о, отлично. Так, спек. Тихо, подожди. Да, он не... Смотрите, он не... Немножко отдохнул, и у него уже не 13 ходов, а 16.
Так, ну тут смотрите, тут как раз будет очень хорошо, если бабах с Элио все-таки немножко обойдут с этой стороны. С другой стороны, вот чё я, пускай меня тут, ну хоть кто-то будет подраненный, да? Зато у меня, ну да, нормально. Короче, ходим. Так, Элио, давай-ка садись сюда. Где там он был? Вот здесь где-то, да? Так, нам нужно, чтобы Винни... Опа! Время пострелять... Ой-ой-ой. Так, ну чё, Элио. Так, если ты будешь стрелять вот так вот, значит, встаём вот сюда. Элио. Так, а ты давай... Хорошо, Винни. Пофиг на того чела. Бежим сюда. Где? Еще один. Ох, сейчас заруба будет. Ну, а что ты с ножом будешь делать? Метать его? Опа, опа, смотри, как подошел. Ну-ка, ну-ка, подожди. Во-первых, бабах. На. Так. 15. Попробуем. Ну, блин, надо было промазать тебя, да? Давай хотя бы один раз. Ничего страшного, сейчас бабах тебе за тебя отомстит. Ой, Элио жалко. Элио прям... Так, ну давайте, ладно, быструю загрузку. Ну, потому что мог бы и получше. Мог бы и получше. Так, меняемся. А, ну, кстати, сейчас вот рядом с Иваном встанет, и как раз поменяются. Так, ничего страшного, отдохнешь. Так, вот сейчас. Вот сейчас. Экип. Так, еще один ход. Да что ж то. Еще один ход ждем. Все. Отдохнувшие. Так, бабах, давай. Ладно, никого тут нет. Становись сюда. Винни, сюда. Иван, сюда. Спек, сюда. Элио, сюда. Так, окей. Не-не-не-не, тихо, тихо.
Отлично. Да, сейчас я немножко пересрал. Я извиняюсь. Хорошо, хорошо. Так, тут особо ничего нет. Хорошо, хорошо. Так, ну чё. Еще один ход делаем. Так, отходи, пожалуйста. Бабах. Вперед. Никого нет, ладно, уходи. Отсюда. Так, ну, Иван, значит, опять открывает вот эту коробку у нас. Вот. А Элио... Хотя, с другой стороны, вот у Спека... Что у него там? Так, ну, окей. Пускай все-таки этим, может быть, займется Спек. Вот, а остальных я сейчас подведу к выходу. Чтобы было понятно, что я ими сейчас пойду гулять. Так, Иван единственное сейчас возьмет... Все вот так. Опа, все нормально. Идем. Вот, ну а ты иди сюда. Пока будешь в этой комнате отдыхать. Так. Открывай. Так. Так, хорошо, окей. А, ну чё, бабах сюда идет. Хорошо, хорошо. Вот. А Вини. Илью сюда идут. Все идеально? Идеально. Опа, опа, опа. Ну-ка, прятайся назад. Кто там у тебя, Винни? Блин. Сейчас, ну-ка. Черт, я так и знал, что... А... Блин, если я вот так вот буду быстро загружаться, я же нифига не пройду тогда. Хорошо, хорошо. Не дошел чуть-чуть, ладно. А почему я два раза начал кликать на место, куда на... А, ну, поэтому и начал, да. Сразу на нас напал. Окей, кто тут? Так, силен, здоров. Хорошо, хорошо. Блин, 7 этих самых. Тогда садись. 11, получается 8. А получится ли у него с 8? Ну, почти получилось, да? А
Окей. Так, ну тут у него уже не получается. Ну, значит, отходим. Блин. Так, хорошо, окей, подождите. Все, я беру себя в руки. Потому что... Сколько можно уже, блин, ну сколько можно проходить этот несчастный... Этот самый... Сектор, приз... Ничего страшного, отдохнешь сейчас. Еще один ход. Вода, вода. Везде вода. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, тут никого, иди сюда. Хорошо, хорошо. Ладно, окей, ничего страшного. Блин, я нож Элио не дал. Ладно, пофигу. Пока что пофигу. Хотя, пускай он подойдет к Ивану. Возьмет у него нож на следующем ходу. Ничего страшного, успеет, прежде чем спек у нас откроет дверь. Да куда ты? Подожди. Экип. Куда? Сюда. Так, все. Окей. Так, а Иван тогда вот сюда вот встанет. Тут никого. Хорошо, хорошо. Да кого? И сейчас спек такой дверь открывает. И... А, нет, сейчас подождите. Ладно. Наоборот, хорошо у всех ходы. Восполнится. И сейчас во всех граната такая летит. Так. Это хорошо. Кто у нас тут? Элио. Здоров. Винни. Так, отходи. Иван, ты... Так, подожди. Дайте лучше бабах. Вот он точно попадет. Нет. Отходи. Я хочу Элио. Чтобы он вот так вот взял. И вот так вот. На! Как же он чувствует. Ну все. Так, патроны пока не берем. Блин, не хватает очков действия. Да что ж такое? Так, ходим ход. Зайди, вот подбирай. Ладно, просто заходи. А потрошки бабах заберет тогда. Все. Даже вот так вот сделаю. Okay.
Так, а чё я? Хорошо, так, хорошо. Иди сюда. И сейчас будешь расклинивать. Все, расклинил. Ну, погнали. Хорошо, хорошо. Бери. Не хочешь брать, ладно. Так. Это у нас Иван. Иван пускай продолжает с... Ну, точнее, даже не с свиньи, а с бабахом. Ну-ка, бабах. Блин, ты не выстрелишь, да? В него. Вот так вот вставай. Так. Винни сюда выходит. Или вот сюда выходит. Надеюсь, у него гранаты нет. Ой, перехват. 8 ходов надо, блин. Так. Элио. Если вот так, вставай сюда. Иван. Идешь сюда. Съедаешь. Есть. Отступаешь. Винни-Пух. Вот так. Хорош. Ах ты козел, а? Ну ты козел. Так. Экип. Да ё-моё, я же не переключаюсь, я же хочу. А, ну, точнее, я переключаюсь, но не так, как надо. Так, значит, Иван, иди сюда. Ой, ну куда ты пошел? А, ну там все занято у меня. Опа, опа, пацаны. Так, в пределах видимости. Убегай. На крыльях ветра. Так, кто у нас где? Сейчас мы эти пределы видимости. Это самое, да? Пофиг на прятки все эти. Ничего страшного, он чуть-чуть попал. Всего лишь. Просто вот расстрел. На месте. Опа! Вот это уже серьезно.
Так, давайте. Вот я не знаю, как мне проходить вот этот самый. Да? Как его, сектор? Я не знаю, у меня предыдущие сектора, они. Предыдущие сектора, они у меня как бы, ну, нормально так захватились. Вот. А вот этот сектор, 39-й, дурацкий. Как его захватить? Я не знаю. В принципе. Давайте у меня вот эта серия все-таки будет маленькой, да, потому что я что-то я на самом деле сам уже не могу, да? Это самое. Уже. Ну, поперек горла этот 39-й сектор встал. Вот, собственно, как в прошлой серии, я озвучу свои планы. Собственно, закончу день. В следующей серии, наверное, да, и продолжу с этим, с хряпом. У меня просто будет на один. Я вот почему думаю. С одной стороны, да, у меня там опять может быть такое, что денег не хватит. Правильно? Правильно. Потому что, смотрите, нажимаю на ОК. Сейчас, подождите. Нет, зачем карта? Мне карта не нужна. Параметры, быстрая загрузка. Допустим, C. Допустим, C. День 2. Этот чел доволен, хорошо. Ну, кстати, с другой стороны, давайте. Я там сохраняться не буду. Да, кстати, было бы неплохо, да, вот так вот проверить. Я сохраняться на втором дне не буду. Вот, просто проверю. Команда. Ну, смотрите, подлечу Ивана как раз, да? Или можно не подлечь его. Смотрите, раз, два, три, четыре. С половиной. Финансы 9300. Окей. Следующий день. Смотрим. 9375. Так, это было. Допустим. Рабочая. Допустим, здесь отсюда рабочих убираем. А нет, здесь деревья. Да? Во-во-во-во. Сборщики боятся работать здесь. Да? Так, доходы. Допустим, да?
Не, ну в принципе, пока что это самое. У меня. В принципе, у меня, смотрите, все. Да нормально, у меня хватит, смотрите. Доходы. Да? И, допустим, вот сейчас вот здесь вот я захвачу, вот, ну, допустим, с еще плюс одним, да? Вот захвачу вот этот 39-й сектор, а захвачу этот сектор, да? Вот, у меня получится два сектора, 4 дерева, да? Вот, допустим, да... Что за мышка у меня? Допустим... Это, погоди. Во-первых, мышка у меня глючит, и я туплю. Вот, задание... Да какая учеба? Отдых. Все. Отдыхаешь? Отдыхаешь. Вот, смотрите, у меня тут это самое. Так, это мы... Ай-яй-яй, не-не-не-не, подожди, чё я, зачем? Так. Вот так... Так. Вот так. Это я пока что тут пробую посмотреть. Так, и Иван. Пускай пока что. Да? Вот так, ну, в принципе, у него все нормально пока что. Вот, хряпу надо. Много чего. Это что у него? Да нажмись ты. Вот, отлично. Мышку надо менять. Так. Это пускай у него будет. А, ну, собственно, вот тут и как раз проблемка, да, у меня получилась. Не поподбирал вещей лишних, да? И чего получается? Ну и получается, что... И получается, что это самое... Не хватает. Так, ну окей, допустим, я... Смотрите. Стало больше чуть-чуть. Да? Короче, ладно, я... посмотрел. Вот, собственно... Вроде ничего плохого. Типа, ничего не предвещает беды, да? Так, и вот сейчас будет момент истины. Сейчас игра загрузится. Там же автосохранения нет никакого, я надеюсь. Так. Ну-ка, куда ты ушла? Продолжить игру. Загрузить. Да ладно. Да ладно. Команда, что за команда? Айс, Фидель.
А где же? Быстрое сохранение это. Однорукие основы, допустим. Так. Секторов взято 3. Ну, хорошо, окей. Пускай... если 3 взято... Пускай так будет. Пускай пока будет так, возможно, я что-то по-другому сделаю, да? Тут какая-то штука с быстрыми сохранениями. Быстрые сохранения, они же того самого, да? Всегда убираются. Да? Ну, хорошо, значит, я... Вот с основы тогда загружусь. Вот, и, возможно... Дайте день один. Вот здесь вот. Ну и, собственно... Да, пускай, короче, будет так. Короче, вот, получается, что вот на 39-м секторе я пока что застрял. И, собственно, я вот, ну... Теоретически решил проблему. Вот, посмотрим, как оно у меня будет сейчас. Вот. И... На этом я думаю, что все. Вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте про Discord сервер. Все ссылки у меня есть в описании. Ну а на этом все. Это была игра Jagged Alliance. С вами был 39-й сектор. С вами был Однорукий Борис. Всем удачи. И всем пока. This is my daughter Brenda.